Сотрудники МВД Тувы заняли третье общекомандное место в чемпионате ведомства по боевому самбо. В турнире, который прошел в северной столице страны в Санкт-Петербурге, приняли участие более 60 команд и 850 спортсменов из различных подразделений полиции России. Туву представляла команда, в состав которой вошли 11 сотрудников различных подразделений регионального ведомства. Когда только стали там... Это время, в последнее время они по боевой самбо же не подготовились, потому что я вот тренер, работаю вот, по боевой самбо. 15 года работал по боевой самбо, недавно работали. Я работал это, по боевой самбо, поэтому я иногда вот составляешь руки-ноги у данной техники. А иногда вот они же иногда... Борется, отказывается, это по боевой самбо, самый главный, по порции надо подготовить. Впервые приняв участие в чемпионате МВД России по боевому самбо в 2018 году, команда полицейских из Тувы заняла 12-е общекомандное место. В этом году наши коллеги улучшили свой результат, войдя в тройку сильнейших команд среди территориальных органов России. Мы показали очень хорошие результаты. У нас в личном зачете Ондар Ренат, младший сержант полиции, полицейский конвоир, занял третье место, чем выполнил норматив мастера спорта России по боевому самбо. Вот двое наших сотрудников, это начальник отделения отдела специального назначения ГРОМ, старший лейтенант полиции Саргвар Эчи стал пятым, а также полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы у МВД по городу Кызылу, младший сержант полиции Сана Мерген также занял пятое место. То есть они с минимальным там, счетом проиграли за третье место. Вот. Другие сотрудники, другие члены команды также неплохо побились и там прошли несколько, два круга, три круга, некоторые там по пять боев сделали. Спорт является одной из форм совершенствования профессионального мастерства личного состава подразделений полиции. А повышенный интерес к самбо объясняется тем, что полицейским порой приходится применять приемы самбо при исполнении служебных обязанностей.